Ну что, ликуй, страждущий народ. И здесь должна быть какая-то очень подходящая музыка. Честно скажу, лично меня не так раздражает разукрашенное яблоко, как общественность. Намного больше меня раздражает вот эти вот рекламные щиты на фасаде. Но, естественно, я также понимаю, что это яблоко – это комплекс этих кованых композиций, которые по этой улице. И да, его, конечно, желательно вернуть в первозданный вид. Сегодня 24 апреля. Идем отдавать прыгать. Все, ребята работу выполнили. Обожаю, когда быстро реагируют на просьбы и предписания. Стало явно более монументально, более архитектурно и уж точно в комплексе с остальными кованными элементами. Теперь дело за рекламой. За вот этими планшетами на стене, и владелец здания обещает их тоже в скором времени снять. И все, здание вернется в свой такой опрятный архитектурный вид, насколько это еще возможно. Так что всем спасибо, кто участвовал. Пока.